Бортовую систему резервного копирования на основе блокчейн отныне смогут использовать пилоты. Гигант американской авиационной отрасли Boeing оформляет патент на создание системы GPS-навигации. Разработка считается запасной, поможет в том случае, если основные системы на борту самолета будут работать с перебоями. Активизация GPS-системы произойдет, когда бортовой компьютер зафиксирует потенциальную угрозу на GPS-приемнике. Несмотря на отсутствие сигнала или при ложном сигнале о самолете, система извлечет информацию о реальном местоположении лайнера из блокчейна. Новая система будет использоваться после получения документов от патентного ведомства США.